Добрый вечер. Я очень рад встретиться сегодня с вами. Самое главное для всех, для нас, для артистов, самая лучшая награда – это ваша поддержка, ваши аплодисменты. Нам больше ничего не надо на этом корабле. И еще я хотел сказать два слова о том, что нам сегодня помогает вот Алексей, наш замечательный диджей, и Елена сегодня в качестве видеооператора. И поскольку поаплодируем, и поскольку эти ребята помогают мне, вот, и, значит, наверное, будет какой-то фильм, то мне приходится, вернее, придется, наверное, все-таки одеть бейсболку. Объясним почему. Как я ее называю, это у меня шапка-невидимка или средство от облысения. Вот, поэтому, значит, вот я таким образом сегодня перед вами буду продолжать выступать. Ну, а вы поддерживаете. Вначале три пьесы. Вот это одна из пьес, это называется «Медленный блюз». Сейчас я его доиграю. Следующая будет «Мисти». Вот, и потом одна пьеса в моей аранжировке из репертуара Элтона Джона. А потом дальше мы пойдем, я буду все объявлять. Спасибо.